Возможно, что турнир, о котором мы расскажем далее, тоже когда-нибудь войдет в историю округа. В Радужном открылся фестиваль дрэк-рейсинга или CarFest, как его назвали организаторы. В таком формате турнир проводится впервые. Идея в том, чтобы собрать всех автолюбителей Югры на одной большой площадке. Кстати, этой площадкой стал бывший аэропорт города. И там сейчас работает мой коллега Алексей Шабанов, и мы выходим на прямую связь с ним. Итак, Алексей, привет, как настроение? И что там у тебя происходит? Добрый вечер, Аня. Да, в Радужном сегодня действительно здорово, отличная погода, много гостей. Ну и сам фестиваль, первый фестиваль, можно уже сейчас сказать, не подкачал. Вот в эти минуты проходит награждение победителей в номинации «Автозвук». В этой номинации участвуют ребята, у которых машина порой стоит дешевле, чем оборудование, которое в ней находится. Ну, первый день, собственно, ушел на раскачку, и кроме «Автозвука» сегодня прошли гонки внедорожников и выставка автомобилей. Ну, а самое интересное на фестивале состоится, собственно, завтра. Здесь будут соревнования по джимхане, дрифту и еще в нескольких таких скоростных дисциплинах. Так что завтра в аэропорту Радужного будут рычать моторы. Есть ли еще вопросы? С удовольствием отвечу. Леш, там еще и самолеты присутствуют? Да, ну вы действительно понимаете, что классный форум. Вот здесь у меня за спиной находится несколько самолетов. И хотя это соревнование автомобилей, но некоторые участники также решили прибыть сюда по воздуху. И вот здесь тоже такая небольшая выставка образовалась. Лучший будет определен завтра. Анна? Спасибо, Алексей. Напомню, на прямой связи из Радужного с нами был Алексей Шабанов.